мы сели в тайский поезд. Приехал он вовремя. Вагоны не подписаны. По пути вдоль состава встретили тайца, который нас проводил, сам открыл дверь и указал нам наши места. Места тоже вроде нигде не подписаны. Паспорта не спрашивали. Все билеты зарегистрировали на один паспорт в кассе. Поезда от российских отличаются. Верхняя полка. Верхние полки и нижние с двух сторон. Нижние полки очень большие, заняты почти все. Верхние почти все свободны. Нам застелили кровати. Тот же тайц, который нас проводил, застелил кровати. В поезде холодно, кондиционеры